яблоко, груша, колонна, песочные часы. Какая между ними связь? Это виды нормального телосложения людей. Все они могут чувствовать себя одинаково комфортно в своем теле и выглядеть привлекательно. Я чувствую себя красивой, активной и здоровой. Я тоже чувствую себя чудесно. А давайте измерим ваше здоровье. Для этого есть специальные показатели. Назовем их цифры здоровья. Начнем измерение. Артериальное давление 120 на 80 и не выше. Общий холестерин ниже 5 ммоль на литр. Глюкоза в крови не выше 5 ммоль на литр. Спать не меньше 8 часов в сутки. Ходить 5 км или больше каждый день. Это все про меня. Значит, я в порядке? Подожди, это еще не все. Узнаем индекс массы тела. Измерим вес и рост. Ура! Я почти в норме. Постой. Нужно вычислить еще один очень важный показатель. VHR-индекс, или соотношение талии и бедер. И что же это значит? Индекс VHR, или STB, ключевой показатель. Именно его сейчас используют во всем мире для прогнозирования рисков развития ряда онкологических заболеваний, сахарного диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза, и их смертельных последствий – инсульта и инфаркта миокарда. И как же это исправить? Соблюдай следующие правила. Соль – меньше 5 грамм в день, чайная ложка без верха, сахар – не больше 6 чайных ложек в день, меньше ешь продукты промышленного производства и полуфабрикаты. Получай достаточно пищевых волокон, ешь фрукты и овощи, минимум 400 грамм ежедневно. Сбалансируй поступление калорий и их расход.